А куда идти, я забыл, вправо или влево? Вверх, вниз, туда. Я тут уже полгода нахуй не был. Сюда, наверное, вниз, да? Наверх. Наверх. Налево. Сейчас мы всем пизды дадим. Какие-то мобы стоят. О, оказывается, мы тут на Молчезара, кажется. А мы на вас-то это, походу, не попадем, пока шахматы не пройдем, да? Чё это там проходить? Я на Молчезаре давно не был, блять, вообще позашибся. Я в Гере первый раз. Да тут сейчас не знаю. Кого там? Тобрики нахуй телефон. Не пусти. Не. Короче, я решил высылки в интеллект скинуть. Надо лапу друля, у нас нету лапы друля случайно, никого. И без лапы нормально. Да сейчас умирать будут, это ж сопроты. Да смотри, кто там будет умирать. ДК дает, мастер. Панцирь. Там мастер бабл. Я, блядь, паладином умирать. У трех, да, шаманов умрешь. У трех шаманов вставалка, у тебя глыба варошевая. Все, тут никто не умрет просто вообще никак. А, ты про МК что ли? Не, я про. Да не первая фаза. Про огонь вот этот. Просто если они не прожмут ничего, конечно, не будет. Мастер, ты, значит, себе щит тоже попадешь. Да тут щит не спасли. Мастеру там... Ну, нет, сколько? 25 кхп, нахуй. Ёбан, мастеру да. Бабл, по сути, отдавать сразу. Ослабление магии на него кину туда, я не знаю. А можно частицу на себя въебать. Или просто себя хилить. Нет, просто себя хилить и все. Ну там, смотри, там хп уменьшается. А куда мы идём? Вверх? Мы не туда ману. Идём. Блять, понабирает в гильду по объявлению. Короче, затанчил с первого раза гидроса, ровно тупо отбиваешь за ДДК за это. Вообще, я не знаю. Как... Не затанчить ПДКшником этого босса, это пиздец, ребят. Это вообще пиздец. Так там думали, что я не затанчу, у меня вон 245-й шмот. Да потому что это иллюжина ебанутая, блядь. А РЛ чего сказал, тебя верил? Ну там РЛ девочка была, но там пианист. Он сказал, типа, пускай танчит, мне что ли все время танчит. Я типа затанчил 259, он затанчит. Ну я взял и затанчил. А это типа второй статик или как, блядь? Ну там Дальний Восток. Дальний Восток это значит, что РТ в 12.00 по серверу. Ну в это время. Там кто главный РЛ? Ну, мне сказали, что пианист, там какая-то девочка собирает. Ну, мне кажется, пианиста вечерняя версия. Ну, вроде бы да, но я не знаю. Типа он тоже за эту хуйню отвечает. Я, короче, не знаю, блядь. Девочка Эрелила, там какая-то умность у нее, шаман. Ты, короче, у тебя просто хуй стал, и ты решил показать мастер. Давление поднялось.
Давление просто затанчил. Давление, бля, ебать. Он уваривает, конечно. Фух, чё делать, чё делать? Муравью хуйки делать. Дюжина норм. Не, мне класс. Сколько у них шмот продавал, всегда нормально все покупал, бля. Правда, пиздец, этот пианист очень долго отвечает, что можно. Ну, по через брос КД в среду, что ли? Да, нет. Что, не знал. Это просто квест. Там кто-то, по-моему, с гильдии говорил дальше на форуме тем. Типа, что это баг. Тут даже думает, кстати, что две охоты сделать, типа, за неделю, и потом в четверг опять откат. Вряд ли. За, короче, за две недели у вас они писали. За три дня. Вот. А грудак до хрена кому нужен Т5? Ага. Да. А, скорее всего, всем. Меня в том числе. До хрена. Лечь с кого падает. Если ты вар, то, блядь, ты в говне долго будет. С кого плечь? Робот. А, ну они мало кому нужны, да. Да не, всем тоже многим. Это токен. Это, пойми, у нас токен такой, который тупо всем нужен. И грудак? Все пять, даже перчатки. Да ничего, охуели, что ли? Там 4 да. Токена, там 4 персонажа на этот токен. ДК, вард, дрейф и крис. А престол у нас те есть, тут, кого уже есть, типа, токены, и будь 100%. У нас в бэкграйде 7, нахуй, престол минимум, блядь. Какие, нахуй, все токены, ты? 6 престол, 5 варов. Типа, если 3 токена, вы 4 даете, да? Или есть 1? Если один mm-hmm. токен, второй анроллом. Если 3 токена, 4 анроллом. Ну вот, сколько таких людей? Ну, ой, ну зад есть один, точно знаю. А если 0 токенов, есть, сколько анроллом дается? По пару идет. Приор есть, сразу, грубо говоря, же 2 токена получаешь. Сука, надо копить уже. Ну, да, у меня это ЕП воет, это снес. Кого? Расскажите, там нет, я не ЕП удалил. Так у него есть ЕП, что ты, блядь? Есть там ЕП какой-то. Расскажите тактику. Тактика галактика. Хорош, да? Там, короче, хуй у них 500 ГП стоит Т5. У Иллюжинов. Ну им заебись, что поделать. А как у них вообще ГП распределено по шмоту? Ну, фулл ГП идет. Вот этот и ПГП лотмастер, также они через него юзают. Ну типа ролишь фулл ГП, просто получаешь все по аддону. Я тебе больше расскажу, мне Рога рассказывал, что, блядь, в Асгардах нахуй по ПРу идут токены, но забирает сразу все 4 токена. Ну круто. Ну Асгарды могут себе это как бы позволить. Ну это в принципе и прикольно, и не прикольно. Да лучше 2 сначала, а потом 4 уже. Ну куда, блядь, столько сразу? Это воронок надо дохуя. Потестил. Они могут себе это позволить. Так, сколько у нас РДДшников? А ну. Я электрошам мастер вокруг да около. Вы чё, бахнулись? Так, одного милика еще поставим, я понял. В РДД зону. Путаницу поставь. Видал ответ сразу. А чё ты так, Лена?
Я прикинь. Он не в 10, что ли? Мне кажется, это не она сидит там. Ты не можешь... Это Бычагова. Да, Бычагова в два окна играет, конечно. Сидит, хуярит там. Почему мы дауны тупые, ты чё? Она просто думает, что она, наверное, больше Котласа даст ДПС. Либо раздавайки. Именно поэтому, блядь, я её нахуй доставлю. Насрать на ДПС, блин. Здесь тактика. Если сейчас 40 миликов возле босса будут, мы тупо будем вайпаться и все. Блядь, вы ушастые. Так это же прикольно. Чё это? Это как Талдарома называть Талдаромом. Блядь, навёл пример, пиздец. Ну вот падают шмотки там какие-нибудь. Типа Теренас, а ты говоришь Теренас, блядь. Или падает кольцо Малигаса, ты говоришь Малигаса. Ну окей, блядь, я хотел тебе кулак давать на ночь. Или Малигаса. Какой кулак? А, фу, два пала. Давайте там что-нибудь. Мы зовем Котласа, мы говорим Котласа. Такс, милики. Раздавака, будешь слева от босса. Котлас, будешь сзаду босса. Лена, ты будешь бегать или будешь в первую фазу стоять? Мне без разницы. Путаница ты тут? Смотри, тогда будешь стоять в квадрате. Первую фазу, потому что один милик не нужен. Могилу себе роешь, ой, то. Так. Путаница. Кто у нас там? Ромка, ты будешь справа от босса. То есть вы стоите, вы поняли, как один слева, один зад, другой справа. Хорошо. А чё там? Может быть гайд по каждому классу, кто в рейде, как спастись от огня? Он же там говорит... Да через... как от огня? Он тулит черт знает сколько. Он тулит через 2 секунды там или сколько там? 2 секунды, да, он висит? И втуливает. 2 секунды. Надо сбежаться, чтобы не сдохнуть. Да и либо все. Прожимку дать. ДКшная прожимка. Либо прожимку. Ну вы это... Кто-то получил этот дебаф, сразу же побежал хотя бы к одному, и вас уже не шотит. Ну, это, представь, это сейчас надо вот этот дебаф еще. О, короче, я всем бафну, ослабление магии, это 100%. Тут захилиться и так все легко. А где я не вижу этот дебаф? Он на второй фазе, что ли? Бычий голову вообще охуел, блядь, на шамане, сука, с брюлями бегать, да? Тварь, да чё ты тварь? Я не хотел. Сука. Вокруг да около, сразу говорю, ты сдохнешь. А у меня этот... Мастер сразу говорит. А, сапроты есть, да, хорош, тогда выживешь. Мастер, пей сапроты. У меня бабл есть. Пошел на... Хуяба. Ты эту хуйню кто использует? Понял? Ршам есть? Аргумент. Ты с Ршамой, да, используешь? Такс. Подожди, кого еще не послал? Дайте мне РДДшников назначить. Безумие поглотит вас. Безумием поебало хуем. Так, сука, не по... А чё мы делаем с инферналами? Хилл просто хочу. Стоим, они по 2к эти инферналы тулят. Ну, когда их 2 или 3 штуки бьют, еще ничего. А это значит, 4... значит, будем быстро переводить босса. Смотрите, задача миликов, то есть, когда будет каст у босса. Когда будет кольцо мрака. Вот такое говно. У вас 2 секунды на то, чтобы взять рейндж друг между другом. Это милики, те, которые босса. Получается, Котлас сзаду босса, он отходит чуть назад,
Ромка, ты там, я не помню, справа или слева, соответственно, в свою сторону отбегаешь. Раздавака в другую. Да, раздавака, ты налево отбегаешь. Ромка, ты направо. Котлаш, ты отходишь назад, соответственно, от танка раньше. Дальше чуть ниже бежишь, но не очень близко подходишь к луне. Смотришь, вот здесь. Нахуя? Обретаю истинную форму! Падите ниц перед богом смерти! Я баф. Хорош. Лапу есть, это уже не так. Так, смотрите, потом, электрошам, у нас с тобой задача будет на протяжении вообще всего босса, на протяжении, не должно быть никаких спорить. Истощение, вот это говно. Ты начинаешь диспелить себя, потом сразу диспелишь с мастера. И дальше с остальных. Я сам буду выбирать, с кого. Когда эту фазу проходим, короче, все двигаемся за печенькой. Когда мы в другое измерение пойдем. Ну, а там дальше по месту я буду говорить, что делать. Хорошо. Ты им ссылки перекинул, мне сопрот не будет. Ага. Вот эти ребята. Да, перекину. Эй, парни, эй. Ну, тогда сопрот тебе не нужен. По идее, это уже не то, что... Ага, вот эти ребята. Короче, давайте один раз тронем. Нет. Я делаю особую уличную магию. Кто хочет увидеть немного магии? Че, мы тебе долботрясы какие-нибудь? Вот. Нет, спасибо. Че, один шопились, заманались, хотим. Ты будешь его менять. Так, уже начинать можно? Ну, чек сейчас дам. То я там Геру с пула не даем, Геру оставляем. Геру надо на это, на 75% где-то, по-моему. Нет, Геру не надо, Геру вообще на последнюю будем фазу оставлять. Ну, это если... И это будет жопа. Все готовы? Давай, даю отчет. Ого. Мастер со своими 10 секундами. На 3 секунды самый топ отчет. Говно. Не ставил. Вообще на слово атаку. Кто с меток не достает, чуть-чуть сдвигаемся просто, да и все. Хорош, отбежал. Красавчик, блядь. Лена, давай за место него будешь. Да уж. Диспел. Блин, Лена, ты... зачем ты ко мне подошла? Просто чуть назад отходишь. АОЕ бьет эта свинья. Бей, босса, бей, куда? Кольцо мрака Лена, отошла. Ты... Не подходи к человеку. Надо расстояние между другом держать. Стой в метке, самое лучшее. Да надо Котлас, просто было прочитать. Забрал. Мастер. Блять, ты можешь отойти от меня? Лена, чуть дальше еще встань. Или ты, мастер, вперед, чуть в шаг. Кольцо отбежали. Пять секунд. Так, обезманено. Вторая фаза. Ты что, гонишь? Алло, без маны. Молодец, нахуй. Нахуя вы убегаете оттуда? Алло, блядь. Он что, не забрался? Что, падаем, да? Да, падаем. Диван по кому-нибудь дай только. Хорош. А что, Олег, сейчас? Как там до переходки было? 1%? Там до переходки черт знает сколько.
Там на 75 начинается фаза, где вот этот огонь кидается. 2 секунды он висит и хлопает. А чё у вас за ДПС такой, блин? Потому что я диспейлил. По сути, видишь, чё, как это всё? Короче, вот есть тайминги, да, вот этого кольца. Есть тайминги огня. Нужно узнать, сколько периодичность огня и периодичность кольца. И чтобы они разнились между собой, нужно просто переводить его в тот момент, когда при дальнейшем течении боя они будут разниться. То есть кольцо будет в разнице с огненным дебафом. И все. На огненный надо будет сбегаться, а на этот разбегаться. Вот еще. Это надо считать. Мне кажется, обосремся. Вот это большая вероятность. Я тебе про теорию говорю, что это надо сидеть, считать. Да, в теории понятно. Если это этим заморочиться, то можно... Это как... Мастер, чё ты ману садишь так? Алло. Ну когда тебя взрывают, блядь, на фулл хп, конечно ты ману посадишь, блядь. Ёпты, ну блядь, ну ламер, а. А, ну он без соки там в голове там все дела, я понял, без чар. Я не помню, когда последний раз на него заходил, ты мне говоришь, я тут не знаю. Давай сейчас попробуем посмотреть чисто на глаз. Таймеры, сколько у них между билками? Мне кажется, это круто будет. Кольцо мрака, если не отбежать от своего союзника, то АОЕ дамаг наносится в 20 тысяч, то есть, соответственно, шотнет вас, если у вас мало хп. Если у вас 3 человека рядом, вас втройне больше ударит, то уж это 60 тысяч будет. Вот смотри, если не разбегутся, или один кто-то на кольце подбежит, это получается 40к дамага будет. Соответственно, Котлас, ты понял, почему ты умер. Да, да, я помню. Ты был рядом с Вайдом, тебе 40к влетело. Да, я помню, помню. Лена, так же само ты, если ты кому-то подходишь, можешь не обязательно в квадрате стоять, можешь чуть дальше, если хочешь. Это тебе ориентир. Если ты рядом находишься с мастером, вам влетает обоим 40к. Соответственно, обои вы сдыхаете. Если сопрут, то может еще и выживете. С пару КХП. Стоять на месте, они не дамажат почти, блядь, и хилить. Куда сдвигать босса надо? Просто жестко, короче. Просто жестко, короче. Ну чё там, готовность или нет? Ну да, готовность так же сам. Хорошо шли, пока вторая фаза не началась. Чё-то говно поехало. Раздавака. Фу, раздавака. Электрошамп, смотри, диспелить просто надо. Бросаешь свою хилку, диспелишь себя. Следующего с мастера. У вас хилка урезается на 90%. Посрать того, что ты её кастуешь там. 10% это ты не хилишь ни хера, соответственно. Я один не могу диспелить. Все готовы? Давайте, даю отчет.
дальше можешь там перевешивать частицу. Вторая. Все метки, сейчас сбегаемся. В панцире. Че это пробило, да? Разбежались. Ебать, пожирающая меня хлопнула, да? Нет, тут сука. Ой, блядь, ну нереально. Потому что замедление висит на тебе. Начинаешь диспелить и не можешь убежать. Не, Войд, это бред сбегаться. Кинь на кого-то диван, мастер. Только тут далеко. Не я понял. Так а ты про чё? Надо... Короче, смотри. Сбежался я этот огненный, поделился с кем-то, да? Например. И на меня моментально замедление повесилось. И, соответственно, по всему рейду. Не отбежал кольцо мрака, и я просто вот с Леной 40к получаю. Так есть блинк. Да, ну, блинк, это хорошо. А остальные? Да похуй на остальные. А чё вы вообще творите, нахуй? Я вас бегаете. Да надо тупо стоять и всё бить. Да не, ну так по сути тоже челик может умереть. Но я говорю же, прожимки есть вот на этот огонь. Ладно, милики сбегутся, они там, блядь, двое-трое стоит, они не сдохнут. У тебя глыба на огонь. Там у кого еще что там есть? Бабл у мастера есть. Не, ну на крайняк-то можно сбежаться. У ДК зеленки. Блядь, я короче. Я, короче, объясняю суть своей хуйни. Никто сейчас не смотрел на таймеры. Между огнем, дебафом на два человека вешается, и между кольцом. Сколько времени? 3 секунды. Нет, блядь. Между первым огнем и вторым огнем сколько времени? И между первым кольцом и вторым кольцом сколько там времени? Там около 15. Огонь, по-моему, около 15 секунд. Плюс-минус там что-то. А кольцо я не помню, я не помню. Что-то нихуя быстро, да. Ну да, ты что думал? Ну вот. И вся... кольцо секунд 12. Ну вот, вся фишка в тайминге в этом. Если вот смотри. Надо посчитать, через сколько секунд кидается первый огонь после начала второй фазы. Через сколько она кидается? 15 секунд, по-моему. Больше, чем кольцо. Ну вот, нужно перевести босса. Получается. Через сколько? Через... Вот он ударил кольцом, и через 5 секунд примерно перевести. Тогда тайминги будут разное время. Давайте мы дадим герб на 70 вот этих 5%. Да и сдохнем нахуй. В ледяной фазе долго подождем, и гер откатится, да. И нормально. Блядь, так. Ты понимаешь, что кинется ебаная огонь, кинется. Ну, если он человек не сбежится ни с кем, он сдохнет. Если он сбежится, то будет тайминг кольца одновременно, и они сдохнут от кольца. Ты эту понимаешь хуйню? Я говорю о том, что. Отсчет огня дебафа начинается от того момента, когда босс переведен на вторую фазу. Вы это понимаете? Или не понимаете? А что это меняет? И чё, я же говорю, нужно рассинхронизировать дебафы. Огненный кинется через 5-7 секунд кольцо. То есть давай я нарушу, ну, поломаю всю твою теорию. А если кольцо мрака начинается со второй фазы, обнуляется и заново начинается кастоваться? Ну, ты понял? Там другие тайминги появляются. Да не. Ну, это пиратка, это Сирус. Фишка в том, что один или два раза они будут одновременные в любом случае. Да не, так не что... будут. Да, по-любому там одновременно будут, получается. Да, а пока они будут одновременные, если их рассинхронизировать на 7 секунд, они пока одновременными станут, вы уже два раза переведете до 40%. Нет, там 100% на один будет одновременно. Если долго затянем, то два будет одновременно. Так из чего ты это взял? Откуда инфа? Где пруфы? Я потом по видео посмотрю. Ну я сколько, вот ходил, я давно ходил, но такое 100% было. Одно происходит 100% всегда.
Если долго ждать, они, в общем, это такие. Кольцо мрака не скидывается таймер. А вот добавляется таймер просто пожирание, прожирающее пламя. Надо быстрее вот эту фазу перейти, чтобы как можно меньше народу передохло из-за этих огней. Если хотя бы, ладно, там 2-3 человека умрет, мы переведем быстренько в лед. И там сможем это все переждать спокойно. Котус, ты бы бежал, но тебя там не резнем. Ну это тактика дебилов, блять, понимаешь? Метисов, нахуй. Метисов рейд взять, зергануть там 30 тысяч ДПС, он упал там, блять, и ждать что-то там где-то стоять. Ну, хуй знает. Ну, говно какое-то. Ну, давай сейчас посмотрим, сколько это кольцо. Вот, переведем через 5 секунд. Ну, стопнем ДПС до 75. Переведем через 5 секунд после того, как он кастанет кольцо, и посмотрим, что будет. Только я вот не знаю, когда он кидает там эту хуйню свою. Ну, вот, попробуем так. Хули. Чё там, резаться будете, нет? Ну, резните, мастер. Да, я просто тактику зерга делал на Хлеона 25 гер. Там люди не понимали, что с момента переключения на третью фазу босс начинает каждые 15 секунд менять материальность. И от этого зависело все. Тут такие же строгие тайминги. Ну, если они одинаковые, допустим, по 12 секунд, то их легко рассинхронизировать. Мне просто будет потом... Типа, 6 секунд прошло, кольцо, еще 6 секунд прошло, огонь. Этого будет хватать с головой. Ну, мастер, чё ты там? Мастер, алло, прием. Когда ДПС там по 16к, блядь, 5-6 челиков, конечно, хули там, блядь, дал геру там, блядь, прожимку дал, блядь, похуй, все. Тут как бы не тот рейд. А, так, мастера нету, да? Где он попал, неизвестно. Все, резать. Наконец. Геру прожимку дал, блядь, кольцо мрака по фул рейду ебануло просто. Сбежались все, блядь. Сейчас посмотрим, сколько. Да ну смотри, вот, мы раньше, ну блин, у нас ДЦшник был, конечно. Да, блядь, сопроты просто выпить, вы секунды ДЦшник не считали, надо просто включить видео. Вот, блядь, я реально уверен, что я, блядь, сяду, включу видео, заморочусь этой хуйней таймингами. Я, блядь, просто пойму, турбо. Как правильно я каски делать. Сбил. Просто вы, ну, секунды-то не считали, они реально, если, ну, в теорию обратиться, все это реально. Ну, не просто же так это сделали. Не может такое быть, чтобы тайминги одновременные были, это же не лич. Просто обнулю таймер свой. И посмотрю сейчас, сколько с пула это кольцо дается. И сколько потом. Кулаки бахнуть там. Угу. На хп кричишь, хорош. Все, лапы друля у нас нету. Кто-то давал же. Да было 2 бафа всего. Ну, больше вайп, нет. Да. Угу.
Давайте чек на готовность, короче. Будем что-то пробовать. Мастер, алло. Еда еще пропала. Две минуты. Да, когда ИК там хуярил, короче, ДПС выдавал, блядь, палец сломал, блядь, открытый перелом, вся хуйня. Блин, вот эта карта новолуния, как по мне, это говнотринь, я не знаю. Лучше сову сделать, она и ману ресает. Не, новолуния топ-триня. Ну как тебе сказать? Буду спорить. Как по мне, вот этот прок, 300 интеллекта, нафиг он нужен. Офигенный прок, он напает, офигенный. Крит. Если бы оно постоянно было, вот интеллект вот этот, ну я просто крит, да, это хорошая вещь, там, сила, СПД. Там, атаки, там, я не знаю. Вообще-то хулипало, интеллект дает силу заклинаний, ну, это получается... Это... Ну, и сколько? Ну вот оно пропнуло там на 15 секунд, и опять 45 секунд жди, да? Так нормально. Ну, блядь, это да. Ничего. Аптайм хороший. А смысл от интеллекта, вот смысл тогда прок интеллекта, я не пойму, если да. Паладину, ну, ману надо там. Да она лучше совы будет. Стопудово. Сова не нужна, потому что монорек, который там есть, он ничего не решает. Да? Для Холи Пава винту забитого то нет. Плюс юзай сову, у тебя там восстанавливается сколько? 3000 ман, если я не использую. Если помню. Да это вообще, ну, такие крохи. Ну, клятва там все резает. Клятва милиатака. Посмотри, какая мастера печать. Да печать света вообще смысла нет одевать. Оверхил дохуя убавит. Печать мудрости берешь и пиздец. Угу. Символ, и тыкаешь, да? И постоянно. Да, и постоянно мана есть, если автотачишь. Нет, ладно. Ромка, короче, твоя задача тупо на хп кричишь постоянно. Да, я кричу, только я его крикну, думаю, мы пулять будем. Не, вот босса будем бить, просто постоянно кричишь. Да-да, я знаю, хорошо. Стой, Войд, подойди, пожалуйста, я крикну на хп. Лена, алло, прием, ты тут, не? А хотя я перед боссом еще раз проговорю. Она тут, давайте, поехали, отчет даю. Так, сейчас я свой отчет включу. Буду. Поехали. Что, блядь, снежинки ебошки. Ну, 12. 12-12 у него тайминг. С огня узнаю. Короче, попробуем стопать, я скажу как. И после каста кольца через 5 секунд переводим. С кольцом все понятно. Сейчас тайминг огня узнаю. Стою.
жестокость на этой фазе-то не падайте. О, так это уже фаза пошла, нихуя. Мастер лёд. А со скольки фаза? С 80% идет, что ли? Угу. А, ну тогда все ясно, да. Не, это бред. Я думал 75, это... нахуй. Состав, знаешь, собран с тех людей, которые просто присунули. Это не тот босс, чтобы так делать. Да, с каких людей босс собран? Просто кто плюснул, да и все. Короче, надо видео посмотреть. Сейчас нажму стоп. Ты чё, портал Доваран?